С вами обзор от лаборатории «Астроскоп» и я, Виктор Леонидов. Ультракомпактность, функциональность и низкое энергопотребление являются основными требованиями современного человека, желающего иметь дома небольшой метеоприбор. Сейчас мы расскажем вам об одной из таких метеостанций от компании ТФА модели Pure Plus. Что же таит в себе небольшая картонная коробочка с традиционной желто-синей окраской, которая стала практически визитной карточкой известной немецкой компании ТФА? Анбоксинг метеостанции показывает комплект поставки в виде самого базового блока, выносного термогидродатчика с кронштейном и винтами для крепления, а также декоративной подставки для базового блока. Как видите, все надежно упаковано и защищено от повреждений при транспортировке. Ультратонкий корпус базового блока выполнен из черного, а выносного датчика из прочного белого пластика с сотовой фактурой фронтальной панели. Немецкий подход здесь говорит сам за себя в виде отлично отлитых и подогнанных друг под друга деталях корпусов. До запуска базового блока станции необходимо включить все выносные датчики, количество которых может достигать от 1 до 3 штук. Максимальное удаление датчика составляет 40 метров. Базовый блок метеостанции питается от двух батарей типа размера CR2025, а выносные датчики, как сложилось, классически от двух элементов типа 3A. Отметим тот момент, что они входят в комплект поставки, и вам останется лишь все включить и настроить. Как говорилось выше, в комплекте к выносному датчику прилагается пластиковый кронштейн. С помощью него и винтов можно закрепить выносной датчик на любой горизонтальной, вертикальной поверхности, а также на потолке. Но стоит иметь в виду, что корпус датчика не полностью герметичный. Базовый блок имеет возможность установки на горизонтальную поверхность с помощью подставки либо удобных ножек сзади корпуса. Кроме этого, его возможно закрепить на вертикальную стену, где рациональный дизайн корпуса обеспечит максимальную эргономику в использовании. Большой и четкий экран условно разделен на три области. Первая область несет информацию о погодных тенденциях в виде 7 различных символов верхней части. Ниже находится гистограмма изменения давления, температуры и влажности за последние сутки, индикатор лунной фазы, а также индикатор давления или высоты над уровнем моря. Вторая область отображает всю информацию о температуре и влажности, предоставляемой базовым блоком и внешними датчиками. Здесь же находятся индикаторы тенденции их изменения, уровня заряда батареи внешних датчиков, а также индикаторы уровня комфорта, сухости и влажности. В третьей области вы можете обнаружить радиоконтролируемые текущее время, дату и день недели, определить уровень заряда батареи основного блока, а также настроить будильник вы сможете с помощью этой области. Диапазон измерения влажности от 20 до 95%. Диапазон измерений наружной температуры от минус 20 до плюс 60, а внутренней от минус 5 до плюс 50 градусов по Цельсию. Точность измерения 0,1 градуса и 1%. Для управления станцией имеются 6 функциональных кнопок на лицевой стороне базового блока. Итак, рассмотренная нами метеостанция имеет эргономичный и ультратонкий дизайн. Базовый блок отлично пишется практически в любое помещение в стиле хай-тек. Но вот отличный дисплей все же страдает одним недостатком – отсутствием подсветки. Богатый функционал позволит решить все вопросы, которые обычно возлагаются на приборы этого класса. Возможно, хотелось бы видеть в наших широтах чуть более низкий предел измерения отрицательных температур внешним датчиком. Однако, такие суровые природные условия отнюдь не так часты, и поэтому это не так уж критично для данного прибора. С вами был обзор от лаборатории «Астроскоп». До скорой встречи в нашем магазине!